раньше наш город назывался Ямбург. Основан в 1384 году. Герб нашего города, сейчас город, называется Ингисеп. Центральная улица нашего города называется проспект Карла Маркса. На проспекте много интересных мест. Его длина более 3 километров. На памятник известному человеку прошлого Виктору Кингисеппу, в честь которого назван город. Заканчивается проспект площадью Николаева, на которой находится гордость нашего города – Екатеринский собор, который построили по приказу императрицы Екатерины II более 200 лет тому назад.